Здравствуйте, дорогие друзья, с вами мастер фиде Роман Ежов. Вот подошел к концу уже третий тур Гринке Чес Классик. Я предлагаю посмотреть очень интересную борьбу между Петром Свидлером и Георгом Майером. Итак, Е4, Е6, D4, D5. Белые играют конь C3, ну а черные отвечают конь F6. Это французская защита, вариант Стейница. Белый задвигает пешечку вперед, нападает сразу на коня, конь должен отходить, и активно f4 лишний раз подкрепляет свою пешку e5. Черные должны проводить контратаку c5, конь f3, конь c6. Теперь выводит фигурки, черные съедают на d4, конь d4 выскакивает ферзем на b6, нападая на пешку b2 и присматривая в сторону слона. Нормального отскока нет. Поэтому белым надо играть ферзь d2, жертвовать пешку на b2. Черные ее съедают. Ладья b1, ну и теперь ферзь оказывается под целую кучу темпов. Слон b5 играет, нападают на коня. Надо съедать. Все это теория. Черные играют слон b4. Получает ладья b3. Ферзь отходит на a5. a3 прогоняет слона. Отдавать такого слона — это очень плохая затея, потому что после разменов слон потом пойдет на b4 и залезет на d6. Рокировку будет невозможно по правилам битого поля. И у черных очень серьезные проблемы всего лишь за пешечку. Поэтому черные здесь отошли слоном на e7 и белый проводит f5. Надо съедать. Отдают пешку на d5. Зато происходит размен ферзей и играют слон d8, защищая. До этого все была теория. И здесь раньше все играли c4, a6, съедали коня и отыгрывали пешку на b7. Но Петр Свидлер сделал другой очень интересный ход, ладья c3. И здесь Георг Майер сразу запутался. То есть один ход не по теории, один неизвестный ход и все. И сразу целая куча проблем у него неожиданно нарисовались. Стоило здесь играть А6, прогнать слона, чтобы не было никакой связки. Слон должен уходить и даже отдать эту пешку на F5. Сделать просто рокировку, закончить наконец-то развитие. Слон F5, теперь слон выходит на А5. Надо закрываться конем. Конь B6, происходит размен. Ладья C5, слон B6, надо отходить ладьей. И после размена конь идет на b6, позиция у черных чуть-чуть поприятнее, за счет того, что у белых слишком много пешечных островков. Их целых 4. У черных 2 пешечных островка, ну и, естественно, целая куча слабостей. Поле c4 слабое у белых, пешки очень слабые. И все требует очень правильной защиты со стороны белых. Черные же здесь походили сразу слон на a5, абсолютно ужасный ход, потому что, видимо, черные не заметили хода конь c7. Я других причин не вижу. Конь c7 в шах, и выясняется, что черные просто так отдали темп. Зачем-то сделали ход слоном, надо съедать этого коня. Ладья c7. Выясняется, что рокировку делать нельзя, конь теряется. То есть король обязан быть возле коня, приходится играть король d8. Прогонять отсюда ладью, ладья отходит, и конь f8. Здесь белые немножко подупустили свою позицию, они пошли слон c5, а надо было играть обязательно ладья d3. Вставать своей ладьей напротив короля, то есть угроза отскока, надо закрываться, слон d7 играть. Тогда играем ладья b1, защищаем слона, и на ход b6, здесь очень сильный ход e6. Скорее всего, именно этого хода не видел Петр Свидлер, иначе наверняка бы сделал. И выясняется, что брать пешку — плохая затея, потому что белые съедят на g7, и на ладья g8 съедят коня, теряется слон. Черные, значит, белые походили слон c5, пропустили эту возможность. Слон d7, съедает коня, черные съедают слона. Отыгрывают наконец-то пешку на g7. Теперь у черных слабые такие сдвоенные пешки. Но позиция на самом деле непростая. Непонятно, как белым выигрывать. Белый играет слон f6. Король отходит. Ладья d1. Ну и здесь, что называется, горе от ума.
Не знаю, что там рассчитал Георг Майер, но здесь надо было просто есть пешку. Играет ладья g2. Король c1. Шах королю, надо отходить на e8. На e6, конечно, нельзя из-за ладья d6 мата. И здесь, если пойти, например, ладья h3, тогда мы ладья c8. Проблемы с пешкой c2. Если играть ладья c7, то мы запрем эту ладью, сыграем слон c6. И на ход e6 прорыва просто съедаем пешечку. И на ладья h7 здесь отдаем качество. Съели, съели, съедают на а7, мы съедаем на h2. Позиция объективно равная, и при этом лично я бы играл за черных. Такие опасные проходные пешки. Здесь от белых требуется безупречная игра. Не знаю, почему Георг Майер отказался от этого. Может, ему не нравилось оставаться без качества, но очень странно. Он пошел f4. В итоге белые g3, и пешку просто так не отдают уже. FG делают шаг сначала, король e8, ну и теперь съедает на g3. Ну и дальше уже просто добивают. Белые действовали сильнейшим образом. Ладья d4, черный ладья g6, ладья d3, угроза мата, ладья d8. Черный уходит королем. Теперь не имеет смысла играть ладья d8, так как поменяется одна из ладей и закроются слоном. Что не есть хорошо. Получается, что тогда по одной ладье всего лишь, и то, что у черных похуже позиция, это будет не так сильно чувствоваться, как при двух ладьях. Поэтому, если вы сторона атаки, вы атакуете, вам лучше сохранить двух ладей. Значит, белые сыграли здесь ладья h4, напали на пешечку, h6, и начинают двигать свою пешку вперед, хотят просто пойти g5. Защиты от этого нет. Слон b5, напали на ладью, белый просто отходит. Ладья e8, все, g5. Съедать, естественно, плохо. Просто будет ладья h8. Давайте покажу. Ладья h8. И на ладья g8, ладья h2. Съедаем следующим ходом. И ладья h8 мат. Защиты нет. Черные попробовали съесть ладьей. В надежде, что съедят их ладью. Но белый просто ладья h6, угроза. Ладья h8, надо защищаться. И все равно ладья h2. И как защищаться от отхода ладья h8, непонятно. Поэтому черные решили сдаться. Как всегда, я выставлю ссылку на турнирную таблицу. Так что ознакомьтесь, кто как сыграл. Было много интересных партий. Ну, а мы ждем с вами уже четвертый тур. И посмотрим, кто же покажет себя с лучшей стороны здесь. На этом все. Не забывайте подписываться, ставить лайки, пишите обязательно комментарии, делитесь своими мыслями, что вам понравилось, что не понравилось. Можете написать в комментариях какие-то идеи, если у вас есть для развития моего YouTube-канала. Может, что-то мне тоже понравится, я к вам прислушаюсь и будем работать дальше. На этом все. До новых встреч и всем пока.